Все, что вы видите в моем магазине, весь товар привезен по вашим заказам. Первую модель, которую я привезла, это модель бюстгальтера без косточек на третью чашку. Что особенного в этом бюстгальтере? Во-первых, этот бюстгальтер идет на маленькую чашку, но на большой объем. Что бывает трудно найти в бюстгальтерах на косточках. Первый отзыв уже поступил от покупательницы. Она назвала его домашний. Такой удобный домашний бюстгальтер. Чашечка выполнена из материала нейлона, а внутри бюстгальтер выложен хлопочком. И самое главное, посмотрите, хлопком выложены и швы. Собирает грудь к центру и хорошо закрывает саму грудь. Здесь застежечка идет на три крючка. Еще часть бретелечки выложена материалом, что удлиняет срок службы бретельки.